Уже несколько раз читал в комментариях, что, мол, вы на комиссию выезжаете, все выявляете, показываете, а ничего не делается. Вот конкретные места. Здесь был прорыв. Порыв заделали, но разворотили весь тротуар. Много людей идут, как раз электричка пришла, и вот все вынуждены обходить по перешейку тонкому. На комиссии мы это выявили, предписания были написаны. Что, разве не сделано? Вот второй участок. Асфальт без каких-то уступов, без потыкачек, все красиво. Вот восстановлен тротуар между Добрынинским и Черниговским. По нему тоже как раз таки был разговор на той же комиссии. Очень ругаются по поводу этого тротуара. Мол, починили хорошо, а дальше оставили в таком виде. И этот вот тротуар за люксом тоже готов. Делаем тротуар там, чтобы люди с АТБ на площадь могли проходить не по проезжей части. Сколько лет его не было, и сейчас вот людям уже наконец-то удобно. Да, там еще разбито, не хватает пандуса для заезда велосипедами и тележками, но его тоже доделаем. Хотелось бы, конечно, сделать его вплотную с дорожкой новой, но здесь есть помеха в виде люка. Поэтому придется просто передвинуть все бордюры, сделать здесь нормально ровно, а сам пандус сдвинем куда-то туда, в ту сторону. Да, конечно, делается далеко не все, что показывается. На это есть и объективные причины, есть и не совсем объективные, но говорит, что вообще ничего не делается, ну так нельзя.